туристам, которые прилетели и отдыхают сейчас в ресортах, несмотря на то, что у них есть бассейны. Конечно, в таком море не поплавать. Может быть, утром море успокоится какого-то дня. Но пока просвета не видно до Рождества. То есть нам обещают такую неустойчивую погоду. Нечанг, пивоварня Луизиана, 1 января. Набережная, пальмы все пушистее. Которые живут во Вьетнаме. Иностранным туристам, к сожалению, сюда никак не приехать, кроме как на экскурсию с гидом. Есть экскурсия, можно, нет, экскурсии нельзя. Пока вот в таком режиме. Другого пока режима нет. Поэтому когда меня спрашивают, Вьетнам открыт? Ну да, открыт. Прилететь можно. Можно купить тур. Vanex Tour. Говорят, минимальная 125 тысяч на двоих. Возможно, сейчас цифра уже ниже. Отдых в ресорте 5 звезд. Экскурсионное обслуживание гидами Vanex. То есть просто вот идти по берегу. Так нельзя, но правда тут и восторга особого нет, потому что Нечанг как таковой пока иностранных туристов не принимают. Принимают отдельные отели, ресорты. Смотрите, детскую площадку поставили. Crazy Fish ее не было. Ну и вот других новостей не вижу. Погода не очень прогулочная. Просто не могу не показать вам парк около Стори. Да, никаких новогодних гуляний не было. Нам постоянно объясняют правила безопасности. Маска, руки, 20 метров, вакцина, пища. Маска, руки, 20 метров, вакцина. И куча инициграции. Вот. Вот пять правил борьбы с ковидом. Так, Мечан кофе, ресторан жареного мяса и пустой парк, который все равно выходит будет заниматься. И не исключение. Будем сидеть дома и грустить, ну что, ну, сдохнем. Так не хотелось бы. Вот. Так что вот на такой вот пессимистично-оптимистичной ноте я прохожу территорию парка Стори. Да, в свой день рождения. Это честно, это правда. У меня день рождения сегодня. Должна была родиться прям в самый Новый год. Спасибо врачам, которые приходят утром 1 января на работу. Как ни в чем не бывало. И вот благодаря таким врачам на свет появляются такие лоси. Ой. Ну, понимаете, закрытые бассейны. Такое. Так, это лежаки, бассейны, шатры. Все закрыто. Люди ходят, гуляют.
много о чем думается всегда 1 января. Раньше, когда мне было очень много лет, мне почему-то нравилось 1 января вечером как-то вот обязательно найти возможность остаться на один с собой, послушать музыку, послушать песни, которые тебя вдруг цепляют, зацепили. Однажды в один из таких вечеров я услышала прекрасную песню Эдиты Пьехи «Каравелла». Не знаю, слышали ли вы ее. Можно сказать, что это из древности, но песня классная. Она о надеждах, она о вере в хорошее и о том, что вот чтобы, как бы вот иногда ты вот все бамбук завял, все вокруг порушено, осталось только тушено, вообще ничего не осталось, ну понимаете, все. Да вот ничего подобного. Обязательно. Ну, жизнь она возьмет свое. И обязательно все будет здорово. И когда, может быть, вы приедете в Нячанг и будете отдыхать, допустим, вот в этом чудесном ресорте Анна Мангара. А он действительно чудесный, потому что это единственный ресорт в городе. Он одним из первых то ли открылся, то ли вот-вот откроется. Он даже открылся. Вы поймете, что все не так и жутко. Хотя вот эти вот полоски мне совершенно не нравятся. Вот, типа забор. Вот. Через эти заборы у нас тут ни один вирус не прилетит, сами понимаете. Вот пятизвездочный ресорт. Вот ленточки. Может, их, конечно, уберут. Может, тут еще туристов нет, хотя приветливые огоньки горят. Построили Мелисса, Весна. Масава. И еще отель. Не помню, как его зовут. Он огромный отель строится. Нет, там живут. То есть в Анна Мангара, ресорт 5 звезд, живут люди. Я не могу утверждать, что это иностранцы. Они вполне могут оказаться ханойцами, хошиминцами, то есть респектабельными вьетнамцами, которые хотят тихо отдыхать в Новый год. Все может быть. Но они тут есть. И это радует. И радует, что это исключение, а не правило. Такой шикарный город. Когда ты расцветешь отелями, огнями, гостеприимством, когда вот здесь будет смех, купание, шутки, музыка, когда? У меня нет никаких бешеных иллюзий по поводу того, что вот, все будет как было. Ну, хорошо, будет не как было. Будет по-другому. Ну, но где эта жизнь? Почему такие? Вот такие гигантские перестройки. Тут ремонтируют. Молодцы, здорово. Эта часть не светится. Эта часть, видимо, незаселенная. Нету такого количества туристов заселить такой огромный ресурс. Там живут. А хорошо. Красиво. И вот море, а вот пальма.
Я понимаю, вы тоже стосковались по нормальной жизни, нормальному отдыху. Как и мы все, как и весь мир. Я думаю, в этом солидарны все люди. Я не знаю, нарушают мужчины правила, не нарушают. Но мне вот почему-то где-то внутренне очень приятно видеть, что на маленького ребенка, который гуляет с папой фактически в одиночестве по пляжу, папа не надел маску по привычке. Все, ребенок, он дышать хочет. Джунгли такие. Красивые места. Что-то волшебное должно это оживить. Конечно, цепляюсь, товарищи, за эту соломинку. Или что у меня волшебный кот. У меня инопланетный кот. Все будет хорошо. Инопланетный кот. Год тигра. Он действительно встретил Новый год. Сегодня в полночь мой кот кошатий получил свою мисочку за 2 минутки до Нового года и с огромным аппетитом встретил Новый год своим кормом. Потом, поев, он вышел, ловил комаров. Оглядел все внимательно. Даже у него не хватило сил сделать недовольное лицо, морду лица. И он просто свалился спать. А я 5 часов отвечала в чатах, в сообщениях. Мне очень хочется всех поздравить. Очень. Я очень благодарна всем, кто... Несмотря на то, что прошло столько времени, что можно вообще забыть все, что угодно, вот, они, люди, все равно еще помнят, что приезжали в Нечан, что были когда-то эти карты черно-белые. На самом деле я их рисовал не ради карт. Просто думаешь, ну ты объясняешь? 10 раз, 20, 50, 100, 200 одно и то же, понимаешь? Карту нарисовать, и вот там все вот будет понятно, ясно, понятно, и делаешь ее. Почему руками? Нравится мне руками. Потому что в компьютере сидеть столько — это реально адский труд. У нас здесь в Нечанге за эти 2 года уже несколько достаточно. Это страшно звучит, но я скажу об этом. Парни просто умер. Работа программистом, работа с компьютером. Гиподинамия. Сначала начинает неметь нога. Плохое кровообращение. А потом бац, и приехали. Страшно, да? Мне тоже страшно. От 32 до 45 лет. Возраст погибших, работавших с компьютером. Да, безвылазно сидящих и работающих. Можно сказать, трудоголиков. Вот стоит оно того или нет? Ну, жизнь покажет. Мы все, понимаете, культ жизни такой. Жить вечно и так далее. Каждый живет как хочет и как получается. Вот хотели люди сидеть как пьют. Страшно, но это правда. Мне говорят, что я часто ругаюсь. Да, я ругаюсь.
Я ругаюсь очень серьезно. Я перед Новым годом ругала одного своего товарища, вот, которого очень хорошо знаю. Ругала самыми последними словами. Я говорила: что ты хочешь? Давление? Кровообращение? Не трать деньги. Никакое кровообращение у тебя не восстановится, если ты будешь валяться весь день на диване и смотреть этот чертов ТикТок. Ничего не восстановится. Вон у них вон кровообращение. Видите? Где вам найти движение? Что делать? Вот каждый решит сам. Но каждый выбирает сам. Жить или умирать. Вот это жить. А по 12-18, а то и больше иногда часов, фактически неподвижно сидя, это сокращает жизнь. Вот она плата за так называемую цифровизацию. Смотрите. Смотрите, что делают вьетнамцы. Вот вам 1 января. Футбол у них. А вспомните. Ведь у нас раньше тоже во дворах играли в футбол. Вышли и мяч пинают. Это же здорово. Это жизнь. От того, что много сидим в компьютере, может быть, кто-то и станет миллионером, миллиардером. Но сколько еще людей просто простятся с жизнью? Ну, вот такие у меня мысли. 1 января. Привет, собака. Собака гуляет. Люди гуляют. Лось гуляет. Вот, с Новым годом. Все будет хорошо, держитесь. Ходите, двигайтесь. Катайтесь на лыжах. Видео можете слушать в фоновом режиме или так посмотреть, если кому-то интересно про Ничанг и вообще вот эти всякие мысли. Я очень рада, что единомышленники все-таки есть. Вот. Очень здорово, очень приятно. Вы меня очень поддерживаете. Одна из причин, что я сегодня ношусь и снимаю чуть ли не каждый шаг. Мне действительно очень хочется показывать вам то, что я вижу. Делиться с вами тем, что во мне вот есть сейчас. Теми мыслями там и так далее. Он мальчишки, турник. Ну все здорово. Согласитесь. Парк красивый. Турники, дети. Вот плохо, что в масках. Ну. Я не знаю, от чего они защищают здесь. Да никто не знает. Между прочим, не совсем, знаете ли, двоечница. Вот. И прекрасно понимаю, что вирус от того, что вы надели маску и двое занимаетесь на турнике на пляже, не знаю, какое-то имеет отношение к заболеваниям вообще. Причем иногда это даже два человека из одной семьи. Вот они дома общаются без масок, а сюда вышли, потому что их могут оштрафовать. Так для чего эта маска? От вируса или от штрафа? Делайте выводы сами. Это все от штрафа. А почему за это штрафуют? Я рассуждать не буду, это не тема моего сегодняшнего видео. Панорама какая. Вот на этой чудесной панораме Ничанга надо бы остановиться и снять совершенно другое видео.